интерната в Калининградской области, обладатель гран-при международных конкурсов «Музыкальная арена. Город Вильнюс». Мы вместе «Глаза Олимпа. Город Москва» и «Планета талантов. Город Москва». Антон Сергеевич бас-гитара, Баженов Юрий Николаевич ударная,
Савельева Марина Владимировна, фортепиано. Каждый из участников трио – лауреат многочисленных конкурсов в сольном исполнительстве. Преподаватель – талисман Игорь Тасевич. Приходит
коллективов школы «Оркестр эстрадной музыки Комбо». Он был создан в 1976 году. Энтузиастом, ярким музыкантом, заслуженным работником культуры Российской Федерации Ружинским Владимиром Алексеевичем. Мы помним на этой сцене его очень яркое дирижирование коллективом, которым он руководил на протяжении многих-многих лет. С 2010 года коллективом руководил заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Брагиневич Дмитрий Владимирович. Продолжая музыкальные традиции своих предшественников, с 2016 года коллективом руководит Трунова Юлия Ивановна, победитель регионального конкурса профессионального мастерства преподавателей детских школ, искусств и музыкальных школ Калининградской области, лучший преподаватель детских школ искусств 2017 года, победитель Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель детских школ искусств» 2016 года. В исполнении ансамбля «Комбо» мы будем слушать две экспозиции. Ну а прежде я напомню вам, что этот оркестр «Комбо» — обладатель гран-при международных конкурсов Music Competition Женева, Швейцария, Национальные акценты музыки Вильнюс, Литва, Майская фантазия 2018 год, Прага, Чехия, Весенний калейдоскоп, Калининградская область, Мамоново. И Ванько «Часики», оркестр «Комбо». Thank you.
заслуженном отдыхе. В разные годы оркестром руководили Анатолий Васильевич Яковлев, Василий Иванович Недосекин, Александр Васильевич Морозов, Дмитрий Петрович Кудряшов, Александр Васильевич Хайновский, Дмитрий Владимирович Брегиневич. В репертуаре коллектива произведения разных жанров, разных стилевых особенностей. У коллектива большой опыт выступления с солистами. В разные годы с оркестром выступали преподаватели детской музыкальной школы, заслуженный работник культуры Российской Федерации Лужецкая Нелли Васильевна. Она сегодня в зале. Безбережьева Татьяна Александровна. Сопрано. Солист Калининградской областной филармонии, заслуженный артист Российской Федерации Горлов Николай Константинович. Солистка Калининградского музыкального театра Феоктистова Екатерина. Ансамбль цимбалистов Купаленко под руководством Фатаховой Ирины Леонидовны. А также ансамбль русской народной песни «Младушка», руководитель Дунаева Лидия Яковлевна. В настоящее время руководит оркестром лауреат международного конкурса имени Роберта Шумана в Цвикау, Германия, Хайновский Александр Васильевич. Концертмейстер Скиданова Анастасия Юрьевна. Итак, оркестр народных инструментов готов к выступлению. Андрей Петров. Увертюра из музыки кинофильму «Укрощение огня». Фрагмент. Дирижер Александр Васильевич Хайновский. Выступает на многих площадках города.
садиках, в разных учреждениях, на разных предприятиях. Ну а сейчас на сцене к оркестру русских народных инструментов присоединяются два хора. Хор младших классов и хор старших классов. Капель соединится с камердоном, поможет им в этом оркестр народных инструментов, и будет звучать замечательная песня Юрия Михайловича Чичкова на стихи Михаила Плицковского «Детство – это я и ты». Детство – счастливое время, счастливая пора. И как прекрасно, что наши дети проводят детство вместе с удивительной, замечательной, прекрасной музыкой. Итак, руководители хоров Медведева Екатерина Николаевна, Касумова Радмила Мухтаровна, руководитель оркестра Хайновский Александр Васильевич, концертмейстер Скидагова Анастасия Юрьевна. Чичков, детство – это я и ты.